Покурить оправиться. Так автоматики такие мужественные. Это не Стокгольм. Чего? У шведов АК-5, а у этих М-16 американские. Так, американские? Да, М-16. Интересно, как сейчас тут происходит? А сейчас? Да. Что, не уходит? Если хорошая погода. Понял. Если минус 5, они уже не стоят на посту. Оставляют? Да. Не. Варбаны. А я думал, до смены кого-то пришла. Двух поставить. Не понял, думаю. Караул устал. Думаю, тут днем-то обязательно стоят. Что-то не въехал, нет. Да ладно, сейчас они поставят этих твоих. Поставить? Видишь, пришел же разводящий с двумя. Куда они уходят? Не понял. Честно, я не въехал. А может, у них обед? Ставили без охраны, памятник. А, насрать, да. Приезжай, кто хочет. Заезжай, куда хочет, да. Кто хочет, даже символически нету. Не понял. Сейчас возьму и встану, где палка получается. Не, ну там один из... Ты стоит же этот? Ну, это как бы... Беретики. Сообщает, что вот тут кто здесь ходит. Кто ходит в русской шапочке в России. Да. Чтобы подошла хорошая компания и отметила. Нечего ходить. Ну, все, наверное, да, здесь, да? Пойдем к следующему памятнику. Хотя погода, конечно, шикарная. Интересно, где все часы? Ой, коврик забрал. Ну все, значит, все, хана, отстоялись. Ну видишь, чтобы не спиздили. А они по коврике стояли? Ну, на коврике стояли, что, видишь? Можно подумать, коврики по... Латвия, это Латвия. Это не Америка, это и не Швеция, это не Латвия. Видишь, потащил, чтобы не спиздили. Ты не въехал, я вообще не въехал. Ну теперь точно, что не будет стоять? Я тебе, что не въехал, то теперь точно они не придут. Вон, видишь, уже все идут обратно в автобус. А это вообще 12 часов, что ли? Нет. До 4 часа. До 4 часов не стоит, а после 4 все. Смена кончается? Да, все. Хоть война, не война, все по барабану. В этот момент может любой подойти вроде меня. К этому памяти. Вот как сейчас.